В Донецкой области на контрольном пункте пропуска «Майорское» завершился процесс обмена пленными и заключенными между Украиной и коллаборантами. По данным Офиса президента, на контролируемую Украиной территорию вернулись 76 человек. Между тем, так называемый омбудсмен пособников оккупантов Дарья Морозова сообщила, что донецкие боевики передали Украине 52 человека, получив взамен 60. В свою очередь, представитель луганских оккупантов Ольга Копцева заявила, что они получили от Киева 63 человека, а передали украинской стороне 25. По словам адвоката Валентина Рыбина, среди тех, кого передали оккупантам, пятеро бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Семьи погибших на Институтской обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не передавать экс-беркутовцев боевикам. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых из СИЗО и из-под домашнего ареста под личное обязательство. Среди других переданных боевикам клиентов Рыбина – воевавший против Украины гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, участник войны на Донбассе, гражданин России Руслан Гаджиев, фигурант дела о пророссийском мятеже в Одессе 2 мая Сергей Долженков, воевавший на Донбассе россиянин Олег Доронин, приговоренный к 13 годам тюрьмы, а также украинка Дарья Мастикашева, подозреваемая в госизмене. К обмену готовили также пятерых обвиняемых в Харьковском теракте, который произошел почти 5 лет назад во время патриотического шествия. Им назначили пожизненные сроки, но отпустили из-под стражи. Напомним, тогда погибли 4 человека. В Запорожье ранее суд освободил из-под стражи Николая Бутрименко, фермера, которого обвиняют в гибели 10 украинских спецназовцев. Прокуратура требовала для Бутрименко пожизненного заключения, но выступила с ходатайством освободить его, так как он включен в список на обмен. Ранее в Одессе суд отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме. Кроме того, в список на обмен включены боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года. Как ранее сообщал Интерфакс со ссылкой на источник в группе по организации минских переговоров, стороны договорились о гибкой формуле обмена, по которой планировали передать друг другу чуть более 200 человек. В новом обмене пленными между Киевом, российскими оккупантами и коллаборантами договорились на саммите в Париже 9 декабря Путин и президент Украины Зеленский. Однако на заседании контактной группы в Минске 18 декабря последним в году согласовать списки на обмен не удалось. Около 40 человек, которых Украина собиралась выдавать ДНР и ЛНР, отказались участвовать в обмене. Среди них есть те, кто хочет отбыть наказание в Украине. Такой он заманчивый русский мир. И не все хотят отправляться вместе с Путиным в рай. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Как раз с такой дипломатической точки зрения команда Зеленского одержала явную победу, потому что, смотрите, то, что Россия затребовала себе этих беркутовцев, тем самым они же признали, что это их люди. И что значит они Москве нужны, и что значит Москва имела отношение к тому, что происходило на Майдане. Вот. Но это же прямое признание, и само по себе это признание стоит того, чтобы конкретно эти люди на какое-то время избежали наказания. Рано или поздно оно их все равно, очевидно, настигнет, но учитывая, что возвращаются наши, я считаю правильным. Во-вторых, сам факт того, как строилась договоренность, что она строилась между Зеленским и Путиным, а не между Зеленским и этими так называемыми ДНР и ЛНР, что решался этот вопрос в присутствии международного сообщества в Париже, отнюдь там не в Донецке, не в Луганске и даже не в Киеве. Да? Это, конечно, говорит о том, что Россия признает, что это она этих людей удерживала в качестве военнопленных, и что решение относительно всех этих территорий принимаются не там, а в Москве. Поэтому, на мой взгляд, это очевидная победа.
ви працювали в офісі президента і з таким трактуванням була інформація. Нас було би дуже класно. Але зараз от російські ЗМІ, які там були присутні, так, українських не було, то вони будуть це подавати, як українці обміняли українців на українців. Так, звісно. По суті, перший момент. І по-друге, по суті, нас змусили контактувати прямо, ну, як країну, з псевдореспубліками. Ну, це те, що хотів Путін. Ну, і ми знаємо, що це буде, як це буде подаватися і трактуватися вже. Ні, ну, то, що подобні контакти, вони просто неизбежні, якщо ми хочемо рано чи пізно, щоб там встановився мир. Ну, ми це не можемо зробити без того, щоб контактувати з бойовиками. Це не означає, що ми повинні їх попу цілувати, да? Ну, контакти повинні бути. Ну, то есть это наш противник, это враги. Ну, ні, це ж наш противник, вони контролюються повністю. Ну, говорять, що вони контролюються повністю, то есть вони знаходяться там непосредственно на землі, поэтому если даже с ними обсуждать вопрос про їх разоружение, мы все равно должны с ними контактировать. Ситуацию в Донбассе можно урегулировать в достаточно скорой перспективе. Я не верю в то, что это конфликт будет замороженным, просто потому, что Путину это нужно. Путину нужно добиться снятия санкций. Ну, американских санкций он не сможет добиться снятия, а европейских сможет. И вот он на это работает. Ну, естественно, он хочет продать свою позицию подороже. Это как бы там понятное, нормальное желание. Соответственно, не надо дать ему возможность сильно разгуляться, но он это будет пытаться делать. Но в любом случае, я думаю, что этот процесс дойдет до конца. А ситуация с Крымом, я тоже согласен с Тейлором, что это вопрос, пока Путин будет президентом России, решаться не будет. И его можно там решить только военной силой, которой на данный момент у Украины нет в достаточном количестве. И поэтому этот вопрос будет решаться после того, как Путин уйдет. Но после того, как он уйдет, я думаю, что он тоже будет решен. Очень показательна реакция на произошедший обмен ранее освобожденного из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова. На своей странице в Facebook он написал, цитируем, «Часть наших пленных возвращается домой. Кто-то остается в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политические заключенные и дальше будут сидеть в российских тюрьмах, невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц, российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого мужского обменного фонда и для нового возвращения своих заложников, и украинское правительство будет вынуждено и далее торговать интересами страны с врагом, а в том, что этот шаг лишает нас главного – справедливости. За эту справедливость мы стояли на Майдане и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и дальше против оккупантов. Сенцов добавил, что страна должна возвращать своих героев, но не ценой надругательства над ценностями, за которые бились герои, поскольку они не поблагодарят за то, что почти через 6 лет мы начинаем возвращаться в ту точку, с которой все начиналось, что то, за что боролись украинцы, идет прахом. Я доволен всем. Я спасибо вам большое, спасибо людям, которые занимались моим освобождением. Ну, буквально вот пару дней назад приехали в колонию и сообщили на том, что меня запрашивает украинская сторона на обмен. Вот это произошло вот так. Эмоции переполняют. Пока не увидела его, дотронуться хотелось, обнять его, поцеловать. Слезы радости. В 2017 году я приезжала сюда, должен был быть обмен, но его не было. Почему-то вычеркнули из списков. И до этой минуты я не верила. Ощущения? Ну, пока не понимаешь. Да? Пока не понимаешь. 4,5 года. Як обходяться? Білі, питали. Ну, недовго. Потім, коли поняли, що вся інформація видана, все, що у нас було, ну, у нас її не сильно багато і було, тоді вже відправили в тюрму через 15 місяців по 2 МГП. Тільки що дзвонив матері, обрадував мать. Мать в слезах контролює давлення. Я поздравляла 2 года подряд людей города с Днем Независимости. Первый год меня не нашли, а второй получилось, я всегда светилась.
ближайшего обмена ждала. Я ждала, знала, что он будет не скоро, наверное. Ну, дождались.